В прошлом году население Казахстана перевалило за 20 миллионов. Теперь нас уже на 33 тысячи больше. А вот женщин в нашей стране почти 10 миллионов 250 тысяч. Такие данные на 1 февраля 2024 года приводит Бюро национальной статистики. Итак, в Казахстане большинство женщин проживает в городах. Это 6 миллионов 400 тысяч. Больше всего невест насчитывается в городах Астана, Алматы и в Туркестанской области. Кстати, данные статистики показывают, что в нашей стране мальчиков рождается больше, примерно на 4 тысячи. Такой численный перевес сохраняется в первые 30 лет жизни. А вот уже после 40 пальму первенства забирают женщины. Что касается женских имен, то эксперты говорят, что Медина, Айша и Айлин на протяжении последнего десятилетия бьют все рекорды по популярности. Также особую теплоту папы и мамы испытывают к именам Асылын, София и Тамирис.